Здравствуйте, с вами канал интернет-магазина glenki.ru, и это сравнительный обзор цифровых пианино марки Kurzweil, моделей M110, M210 и MP120. Цифровые пианино Kurzweil серии M и MP – это линейки домашних инструментов. Звучание максимально приближено к акустическому фортепиано, взвешенная градуированная клавиатура практически не отличается от клавиатуры рояля, а стильный корпус, который сделан из дерева и в разных цветах, позволяет вписать инструмент в любой интерьер. Все инструменты позволяют заниматься с метрономом, записывать свои занятия и подключить сразу две пары наушников для вас и, например, для педагога. Каждая модель имеет свои особенности. M210 имеет 20 тембров и 4 настраиваемых уровня чувствительности клавиатуры. Выпускается в двух цветах – белый и палисандр. M110 – самый бюджетный среди нашей тройки, но не менее функциональный инструмент. Имеет 88 тембров и 7 уровней чувствительности клавиатуры. Выполнен в трех цветах – белый, палисандр и красное дерево. MP120 обладает усовершенствованной клавиатурой и более насыщенным звуком благодаря 4 динамикам 50 Вт. В прошлых инструментах их лишь 2 на 30 Вт. Имеет 10 уровней чувствительности клавиатуры и 128 тембров. На этом инструменте USB-входы расположены под клавиатурой вместе со входами под наушники. А на задней панели есть джек-вход под микрофон, которого нет на прошлых моделях. Выполнен в трех цветах – белый, палисандр и красное дерево.